С началом учебного года первоклассников поздравили и инспекторы ГИБДД. В День знаний они не только обеспечивали безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений, но и выступили со словами напутствия детям на торжественных линейках. Сотрудники напомнили родителям о необходимости светоотражающих элементов в одежде и аксессуарах детей. Также совместно с одной из автозаправочных станций города Якутска инспекторы провели акцию «Внимание, дети!». Каждому водителю вручили памятки по безопасному поведению на дороге и провели профилактические беседы. Проводили акцию в одной из заправочных станций города Якутска, где инспекторы предупреждали водителей, чтобы включали в дневное время ближний свет фар, также пристегивали специальными удерживающими устройствами своих детей до 12 лет. А также проводили профилактические беседы по правилам дорожного движения, чтобы начинающие наши школьники не нарушали правила дорожного движения.